Украинский лайнер был уничтожен ракетой. Эта новость сегодня утром стала шокирующей для СМИ во всем мире. Власти Ирана буквально час назад подтвердили, что самолет международных авиалиний Украины был сбит в небе над Тегераном. Но подчеркнули, что это произошло в результате человеческой ошибки. По словам военных, самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных объектов. И по форме и высоте полета напоминал вражеский объект как раз в момент обострения конфликта США. Президент Ирана Хасан Роухани уже заявил, что сожалеет о допущенной ошибке. Кроме того, он распорядился установить виновных в этой трагедии и пообещал довести до конца расследование катастрофы украинского самолета. Исламская республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы раздаются всем траурным семьям. Я выражаю искренние соболезнования. Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки. Кроме того, иранский лидер заявил о необходимости устранить недостатки системы противовоздушной обороны страны. Напомню, 8 января Боинг 737, летевший рейсом Тегеран-Киев, потерпел крушение, едва набрав высоту. Среди погибших граждане Ирана, Канады, Великобритании, Украины, Германии и Афганистана.